В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Мэр Уфы Ирик Елалов возмутился состоянием пожарной безопасности в местах массового отдыха в городе. По его словам, на всех культурных и торгово-развлекательных объектах столицы республики будут проведены не только проверки, но и учения. Такое заявление он сделал на оперативном совещании сегодня. Как заявил Ирик Елалов, слова которого приводит медиакорсеть, многие развлекательные комплексы башкирской столицы также располагаются в пределах промышленных объектов, и все они будут подвергнуты проверкам. Мэр Уфы считает, что ни один торгово-развлекательный центр в Уфе не является абсолютно безопасным, какие бы модные системы пожаротушения там ни имелись. Ирик Елалов также потребовал, чтобы попутно были проведены проверки качества применяемых стройматериалов, которые при проектировании закладываются надлежащего качества, но потом в процессе строительства зачастую меняются на более дешевые. Мы, к сожалению, не можем контролировать, но сообщать о тревожной ситуации во всеуслышание и призывать к соблюдению порядка мы можем, заявил столичный градоначальник. Региональные эксперты надеются на возможный пересмотр положения закона о прямых расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на этапе рассмотрения его в Совете Федерации или президентом страны. По их мнению, нововведения, которые приняли в Госдуме, не решат существующих проблем. О введении прямых расчетов граждан с ресурсоснабжающими организациями говорят уже более 6 лет. Но форму закона предложения обрели только сейчас. Предполагается, что прямые расчеты не станут обязательными. Решение по ним должны будут принять жильцы многоквартирного дома на собрании или сами ресурсники, когда долги управляющей компании перед ними превысят размеры 2-месячных начислений. При создании новой нормы, к сожалению, можно отметить то, что в ее создании не участвовали практики. Те, кто могут изложить свое системное мнение, свой прогноз какой-то, диагностировать какие-то слабые и сильные места законопроекта, их просто не видели и не слышали на момент разработки либо принятия данного нормативного акта. Кроме того, по мнению экспертов, столь серьезные изменения в функционировании системы управления жилищно-коммунальным комплексом не стоило внедрять сразу на территории всей страны. Лучшим выходом мог бы стать эксперимент в ряде субъектов федерации, считают аналитики. Управление автомобильных дорог Приуралья намерено по итогам 2 электронных аукционов отобрать подрядчиков на содержание участков федеральных трасс М5 и М7. Совокупная начальная стоимость контрактов превышает 1 000 000 000 рублей, сообщает издание «Коммерсант». Работы будут оплачены из федерального бюджета. Аукцион назначен на 16 апреля. Работы должны быть завершены до конца августа текущего года. Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить тонкие слои покрытия на 8 участках дороги М5 общей протяженностью более 60 километров и на 2 участках дороги М7 протяженностью более 30 километров. Как сообщалось ранее, на начало апреля назначены еще 3 аукциона по отбору подрядчиков по ремонту и содержанию 3 участков трассы Уфа-Оренбург на 860 миллионов рублей. И информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс доллара снизился на 10 копеек и оценивается в 57 рублей ровно. Евро в плюсе на 14 копеек, 70-57. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка и продажа доллара в банке БКС за 57 рублей 15 копеек и 57-39 соответственно. Комиссия до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в банке БКС за 71 рубль и 5 копеек, продажа в банке «Солид» за 71,35. И на этом пока все. Главные новости региона ищите на нашем сайте. До скорого.